Друзья, всем привет! Поснимаю немного парк и поеду в сторону Амура. Усаживайтесь поудобнее, смотрите, вспоминайте, комментируйте, пишите, что думаете. Комсомольск на Амуре, 21 апреля, 7 часов вечера. Здесь когда-то была сцена, ее снесли года 3 назад. Улица Пионерская, 24, проезжаем. Пионерская, 17. Я знаю, что один из зрителей моего канала просил снять Пионерскую возле Амура. Вот мы туда едем. Привет Калининграду. Thank you.
Одна из первых улиц города. Пионерская 8. Поехали дальше. Пионерская 6. Здесь сейчас у нас бизнес-центр. Но давно уже. Так, это, по всей видимости, Пионерская 4. Могу ошибиться. Сейчас я еще один кружочек сделаю, люди просили, вы меня извините за повтор. Да, Пионерская 4. Пионерская 6. Поедем в Амур, посмотрим с этой стороны. Как же выйти к нему? Никак.
правой стороне хорошо очистился. Ну, правая сторона, там же основной фарватер идет. Там вроде чисто. Думаю, на днях пойдет уже. Ну вот, в общем-то, дальше дорога заканчивается. Хорошие воспоминания с этим пляжем. Так называемый маленький пляж. Хорошо здесь было. Остались только фотографии и воспоминания. Я сейчас проеду по Кирово. Выйду на Амур с другой стороны. Мы сейчас едем по улице Кирова. Можете посмотреть на моем канале. 26 марта этого года я был в квартире музея Кирова в Петербурге. Дом, где он жил, где он прожил 8 лет до своей смерти. Подробно снял. Кому интересно, смотрите. Все-таки у нас и памятник Кирову стоит в городе, и улица Кирова. Можете посмотреть, как жил человек. Сергей Миронович Киров. Настоящая фамилия Костриков. Так, нам вот налево. Мальчики и девочки, так не повторяйте. Улица Орджоникидзе. Да, город строился, закладывался в 30-е годы, поэтому улицы носят имена соратников Сталина.
Едем на Амур. Первый батан. Едем по проспекту Мира. Кто не знает, проспект Сталина. До 1956 года проспект Сталина. Изначально было два основных проспекта, Ленина и Сталина. Но потом переименовали, проспект Мира стал. Красота. Красиво. Thank you.
любимый спуск. Погнали. Красиво. Хорошо, когда ветра нет. Лепота. Редкая тишина на Амуре, обычно ветер. Сегодня так тихо, солнечно. Не знаю, что здесь будет, может быть, пляж планируют. Ну вот на этой оптимистической ноте, наверное, мы и попрощаемся. Всем хорошего вечера, утра, дня, ночи, здоровья и успехов. Достижение своих целей.